Это, можно сказать, инсценировка, но она очень похожа на оригинальное произведение. Я думаю, что зритель не будет сильно удивлен авангардностью нашей постановки. Надеюсь, что постановка будет интересна. Она уже довольно давно была поставлена. Много очень зрителей у нас в Петербурге на разных фестивалях посмотрели. И я верю, надеюсь, то, что на этом на прекрасном форуме, культурном, театральном, также мы достойно покажем наш спектакль и на должном уровне будем приняты. И главное, чтобы нашим маленьким зрителям он понравился, они посмотрели бы с удовольствием, с радостью. И мы тоже очень рады здесь присутствовать и показывать. Скажите, а чем вот важно участие вот в подобном, в Славянском базаре для вас? Нам всегда важно участвовать. Важен культурный обмен, то есть когда мы что-то приносим, мы что-то получаем взамен, в этом плане мы духовно обогащаемся, потому что это общение с очень разными людьми, со своими точками зрения, где мы можем выслушать очень различные позиции по очень многим вопросам и напитаться, и в дальнейшем использовать это в том числе в своем творчестве. Думаю, что так. А скажите, а вот Витебский театр «Лялька», что ли, ну, белорусский театр «Лялька», витебские кукольники, вот оцените их уровень. Я знаю, что это очень достойный уровень, потому что мы ранее пересекались на, в том числе на крупных международных фестивалях, в том числе, я помню, в Субботице в Сербии, и мы были впечатлены. Я считаю, что и я очень признателен, благодарен, что вот такой театр существует, потому что я знаю со своей точки зрения, как руководитель театра, что очень тяжело поддерживать высокий уровень, зная, что нужно воспитывать зрителя, и нужно воспитывать, чиновников в том числе, чтобы понимали, что, что театр, театр кукол в частности, это то, что с самого раннего возраста воспитывать ребенка, делать его гражданином общества. Это очень важно, потому что в дальнейшем маленький ребенок, вырастая, становится полноценным членом общества и идет уже дальше, он смотрит далее постановки взрослые, но начинает именно с театра для самых маленьких. Думаю, что так. Скажите, помимо кукольного квартала, какие-то проекты вас заинтересовали на Славянском базаре? У нас не очень много времени. В основном мы занимались тем, что, можно сказать, монтировали наш спектакль, готовились к показу сегодня. Завтра у нас еще будет возможность сегодня после спектакля посмотреть, да, увидеть разные проекты. Мы вчера вечером смотрели спектакль, насколько Знаменского театра. Да, вечером. И сегодня, надеюсь, и завтра мы сможем еще увидеть какие-то программы, мероприятия. Приедете еще? Если нас пригласят, мы с удовольствием это сделаем, конечно. Угу. Здесь очень тепло, очень гостеприимно, и я, конечно, признателен. И актеры чувствуют тоже. Это теплый прием, и очень все хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое.